Я знаю, как выглядят мои цели. Но как их найти? У нас шпионы в каждом городе. В наших конторах ассасины направят вас. Торреса и Роджерса я найду. Но Робертса в городе не сыскать. Это месяцы поисков. Или годы. Но вы талантливый, капитан Кенвей. Уверен, вы его найдете. Попадешь в беду, смело зови на помощь квартирмейстера. Квартирмейстер, куда держим курс? На восток, капитан, если мы еще хотим в Кингстон. Так и есть, мисс Бонни. Командуй. Поднять якорь! Держим курс, парни! Мы идем к Ямайке! Activated. Капитан Кенвей, Activated. Есть что для меня? Я знаю, где сейчас темплиер Вудс Роджерс. Он на политическом приеме, так что без шума. Говорят, король отзывает Роджерса обратно в Лондон. Да, он недоволен успехами в Нассау. Ведь пираторы ищут повсюду, как говорят. Нужна личина, чтобы обмануть тупиц на приеме. Предлагаю Ругьеро Ферраро, дипломата. Он давно в наших списках. Я понял. Отправите это в Англию? Да, завтра же. Каролайн Скотт Кенвей, Хокинс Лейн, Бристоль. Малейшего намека на радость и никакой эстетики. Фу. Все шатаются по улицам как животные. Точно скот, никакого приличия. Они думают, что могут покорить мир. Спасибо за импортный вид. Салве. Дамы и господа, тост за мое краткое пребывание губернатором Бага.
Да будет вам известно, под моим оком 300 пиратов приняли королевскую амнистию и присягнули короле. Но, несмотря на мой успех, его величество решил меня отстранить и отозвать в Англию. Ты сам был приватиром. Объясни, почему ты не уважаешь моряков, что лишь пытаются выжить в этом мире? Тебе не понять мои мотивы, кретин. Ты занимаешься одним, уничтожаешь все, что прославляет нашу цивилизацию. Но я понимаю. Я видел обсерваторию. Я знаю ее силу. Тебе же обсерватория нужна только для шантажа и шпионажа. Да. И все это ради великой цели. Торжество правосудия. Найти правду, уничтожить ложь. В мире никому не нужна эта сила. Но ты дал Робертсу ей воспользоваться. Нет. Я отниму ее. Если скажешь, где он, остановлю его. На острие клинка я наконец нашел в тебе друга. Принсипи, ты безумец. Наши говорят, принсипи. Это что, бунт? Что случилось? Готово. Куда мы? Собирай свои вещи, мы плывем в Африку. Activated. Bully down in Shinbo now. Help me, Bob, I'm bullying.
Капитан, один барахтается. Кто это сделал? Большой корабль. Королевская удача. Робертс. Никого не щадя, не сказав ни слова. Activated. О, кто гонится за мной? Фантом явился мне? Или жалкие останки того, кого я отправил в ад? Activated. Deactivated. Activated. Activate. Activated. Activated.
Нет. Там есть вещь, которую надо забрать. Нужно будет подняться на борт. Эдвард Хэтэуэй, я впечатлен тем, сколько внимания вы мне оказали. Пусть лучший из нас поет хвалу худшему! Бросайте домки! Веселая, но короткая жизнь. Как я и говорил, я себя знаю. А вы, Эдвард, нашли мир, который искали? На это я не замахиваюсь. Мир всего лишь промежуток между войнами. О, да вы, похоже, стоик. Возможно, я в вас ошибся. Она все же найдет вам применение. Она? О ком это вы? О той, что ждет. Погребенная. Я хотел найти ее, увидеть снова и... вновь услышать мое имя из ее уст. Айда. Да вы бредите. Я родился слишком рано. Как и многие другие. Где устройство, Робертс? Уничтожьте мое тело, Эдвард. Тамплиеры, если найдут. Activated. А, капитан Кенуэй. Что, самое дружелюбное лицо с тех пор, как вы бросили якорь? Из-за меня тут комендантский час. Да. Похоже, Торрес знает, что его кто-то ищет. И он прав. Мерзкая вещица. Это то, что я думаю? Да, сейчас. Кровь губернатора. Мы видим его глазами. Это возле церкви. Спрячьте его. Мало ли что. Я буду в конторе. Удачи. Activated. Querrá hablar con nosotros personalmente. ¿El propio Torres? ¡Menudo honor! No te alteres, amigo. Esto no es una reunión de sociedad. ¡Seguidnos! Ah.
¡Maldita sea! ¡Tengo que largarme! Tienes escapatoria. Ага, как же. Что вы приступили? Thank you.
Ну все, Торрес. Черт! Еще разок. Может, стреляй? Deactivated. Мог бы ты говорить, я бы с радостью тебя выслушал. Ты меня унизил. Я усвоил тот неприятный урок и стал лучше. Умри, зная, что нашей враждой ты помог негодяю стать солдатом. Обрети же вечный покой среди мертвецов. Торреса нет в городе. За кем же вы гнались? На фиале было имя Торреса, но кровь не его. Где он? Он вышел из порта утром. Пошел на запад. Обсерватория. Мы за ним? Передайте Атабаю. Наш друг в тупике. Почему Торрес ищет обсерваторию, когда само сокровище у тебя? Торрес не знает, что оно у меня. Зачем же показывать ему? Это опасно. Пусть узнает перед смертью, что оно у меня. Эдвард, флот преградил нам подступ к бухте. Да, армада. Торрес и его люди. И что ты теперь собираешься делать? Пробраться мимо них. Кто этот Торрес? И чем он заслужил смертный приговор? Он тамплиер. Как Роджерс и Хорников. Они хотели использовать обсерваторию в дурных целях, чтобы получить власть. С этим он мог бы учинить подлое насилие. Убивать, не оставляя следов. Ты понимаешь? Как если бы в засуху у кого-то была бочка воды, но он никому не давал бы пить из нее. Убийца, не заморавший рук. Да, похоже. Справедливо. Thank you.
Activated. Activated. Нет, они здесь. В чаще джунглей. Солдат, вон там. Боже, только взгляни. Только круто. Они проявили всю свою злобную сущность. Стереги тут. Не пускай никого. Инферно! Инферно! Ven con muévete. No puedo. Mis piernas no responden. Levántate. No quiero dejarte aquí. Será vuestro funeral. Por favor. Por favor, no me abandonéis. ¡Está aquí! ¡Estirata está aquí! Activated. 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 Por favor, no
me abandonéis! Activated. Está aquí, matadlo.
чтобы захватить власть в свои руки, поставить жалкие империи на колени. В тебе такой потенциал. Ты можешь мне понравиться. Я мог бы показать тебе тайны, о которых ты не мог даже мечтать. Капитан Кенуэй, моя вечная заноза. Рад, что убьешь меня. Я лишь выполняю работу, Торрес. Как и ты в свое время. Как и все мы, боюсь. У тебя нет ни семьи, ни друзей, ни будущего. Ты потерял куда больше нас. Возможно. Но убив тебя, я исправлю ошибки куда серьезнее. Ты правда в это веришь? Дай тебе волю, и ты загонишь человечество в уютную тюрьму, пусть безопасную, но лишенную духа и безгранично унылую. Так что, столько повидав и узнав за последние годы, я поверю в это. Ты тверд в убеждениях. Тебе к лицу. Торрес пробудил нечто буйное. Что нам грозит? Устройство вернули. Значит, ничего. Как это место зовется? Плащ капитана Кенуэя. Хэтсавол тесу тукела. Кавенен. Закроем все и уничтожим ключ. До следующего мудреца эти двери не откроются. В последний раз здесь были фиалы. С кровью древних людей, как сказал Робертс, но их больше нет. Тогда нам придется их вернуть, пока тамплиеры не прознали об этом. Можете пойти с нами. Да, но... Когда исправлю то, что разрушил дома... Недавно пришло. Просыпайся. Кажется, мы до сих пор еще толком не знакомы. В этой эре точно. Хотел бы я объяснить все странности, но времени нет. В общем, теперь ты знаешь Юнону. Я даже думал, что она сумеет завладеть твоим хлипким тельцем. Но что-то случилось. И она снова там. Плену. О, она некогда была великой. Из расы прекрасных, дивных созданий. Они создали вас. Ты в курсе? Люди были для них орудием. Только и всего. И станут снова. Надеюсь, скоро. Ведь мир почти готов к ее возвращению. Он ждет. Ждет второго пришествия. О-о. Они идут. Тамплиеры. Или в этот раз ассасины. Идиоты. Все они. О! Завидую. Она хотела, чтобы тут был я. Это ее эксперимент позволил мне возродиться в виде этой твари. Лежать! Лечь на спину! Живо! Он вооружен! Направь меня, любимая! Я твое орудие! Опусти оружие! Бросай! Брось оружие! Все, отбой!
Он там жив? Тяжело ранен. А заложник? Эй, как ты? Слышишь меня? Ау, отвечай. Ты как? Ну, наконец. Слава богу. На первый взгляд, все хорошо. Можешь стоять? Так, а теперь походи. Доктор заходил. Сказал, беспокоиться не о чем. И что доза в шприце была существенно ниже смертельной. Я себе места не нахожу. Кошмар. Все улики указывали на тебя, а оказалось, это был Джон. Что мы нашли в его компьютере? У тебя будет все, что нужно. Я тобой так горжусь. Правда. Да, кстати, видеоролик готов. Посмотришь? Имеешь право. Вот так. Загрузила в твою базу. Можно смотреть здесь или в анимусе. Он классный. Здесь точно передан дух той эпохи. Ну, удачи. И еще раз спасибо. В мире, где пираты правят морями, они узнают, что нет ничего святого, и все предаются пьянству, грабежам и разврату. Ола, леди! Этим летом Abstergo Entertainment предлагает... Меня зовут Шон. За мной Ребекка, моя сообщница.